Сгустившиеся тучи веселью не помеха. Национальный фольклорный праздник «Тоон То Малая Родина» в селе Одинске Ангарского района идет своим чередом. Танцы и песни от творческих коллективов из Иркутска, Усть-Орды и Бохана. Мы соседи, культура наша одинаковая, ну и что бурятский язык. Все равно мы всегда дружим. Все праздники Сурхарбан, Сагалган, все вместе мы отвечаем, как единые братья и сестры. С утра до позднего вечера в Одинске работала ярмарка распродажа. Картины местных художников, поделки мастеров декоративно-прикладного искусства, украшения из камня и металла. Кульминацией праздника стала торжественная регистрация новорожденных, которые появились на свет в одинских семьях. Молодым родителям вручили подарки и игрушки для их малышей. В завершении торжеств поздравили победителей конкурса на лучшую сельскую усадьбу. Сегодня для России, ну и для Иркутской области очень важно расцветание мест, откуда мы произошли. Ну и в этом отношении для бурятского народа Тоон-То — это то место, где ты родился, оно священное. И где бы ты ни жил, должен приехать на свою родину. По словам Александра Макзаева, скоро традиционный национальный фольклорный праздник выйдет за пределы Ангарского района на областной уровень. Яна Романова, Филипп Назаров. Новости сейчас.